очень серьезно готовились к этому матчу, потому что знали, что во втором круге днем он очень прилично прибавит. И если там брать только турнирную таблицу второго круга, то они за пятерку сейчас ведут борьбу. Не берут только второй круг. То есть команда явно заиграла во втором круге, подобрался хороший набор, особенно в средней линии игроков, которые ведут игру, поэтому нам нужно было максимально контролировать середину, по возможности оказывать такой прессинг индивидуальный в двойках-тройках, чтобы накрывать и не распускать. Когда распускали хаос, тогда имели сложности. Как только прессинг удавался в середине поля, значит, был отбор, но, к сожалению, не всегда контратаки наши были логичные. Но главное, победили, идем дальше. Наша задача по максимуму сыграть оставшиеся две игры. Финиш рассудит, кто будет на каком месте будет. Спасибо. Сергей Владимирович, насколько удался план, который вы построили, то есть опекать игроков? Желательно сказать. Ну, если бы все выполнялось, то, конечно, игра была бы полегче. Так было очень сложно, когда я уже сказал, не получалось нам закрывать вовремя игроков в центре. Атаки были острые.